Келли, звонила Джулия? Нет, но я как раз читаю о ней. Это же смешно, мама. Здесь пишут, что Джулия убила Банни Тольятти. Я знаю, не могу поверить, что он погиб. Он поехал в Вегас, чтобы помочь нам. Но она же в него не стреляла? Разумеется, нет. Но, к несчастью, улики указывают на Джулию. Как это возможно? Банни был кем-то застрелен. И я думаю, это устроил партнер Бара, опасаясь полиции. Тоннелл? Да, Тоннелл. Но предварительно он сфабриковал кучу улик, чтобы в убийстве можно было обвинить Джулию. Да что ты! Никто не поверит доказательствам, представленным человеком, связанным с мафией. Не стоит недооценивать его возможности. Мафия — это организованная преступность. И Роберт мафиози? Скорее всего. Они ведь партнеры. Я знаю. Я ненавижу его так же, как ты, но на него это не похоже. Мне нужно, чтобы он был готов вылететь прямо от дома. Не знаю, тоже не знаю. Подумаем об этом потом. Я еще подумаю и сообщу о дальнейшем прямо отсюда. Я все улажу сама. Ваша задача — скорее прислать вертолет. Большое спасибо. Куда ты собралась? Явно не на работу. Я намерена поговорить с боссом. О чем? О Джулии. Только не это. Даже не думай, Келли. Может, Роберт повлияет на Тоннелла? Тоннелл не выносит советов. Ты не представляешь, что это за человек. Это настоящая Атила. Роберт такой же, только моложе. Келли, не лезь в это дело. Мы с Джулией сами влезли в это болото, сами выберемся. На вертолете? Я слышала твой разговор. Мама, ты сейчас помогаешь скрыться преступнице. Джулию ищут. Да и куда ей лететь? Где скрываться? Ведь у нее ребенок. Лучше убедить Тоннелла снять обвинение, и Роберт Барр очень подходит для этого. Хорошо. Ну, во-первых, Тоннелл Роберту не подчиняется. Все наоборот. Во-вторых, с чего ты взяла, что Барр будет защищать женщину, которая украла у них дискету? Видишь ли, Роберт Барр похож на нашего отца. Ни один из них не склонен прислушиваться к окружающим. Но им обоим нравится, когда их о чем-то просят. Ты уже не дитя, чтобы сидеть у него на коленях и просить помощи. Особенно в таком платье. Но почему никто не воспринимает меня всерьез? Я согласна это сделать, когда ты будешь поступать серьезно, а не изображать из себя Мату Харри. Не впутывайся в это дело и держись от Роберта Барра подальше. Хорошо, только наручники не снимайте. Если появится кто-нибудь подозрительный, сразу же сообщите мне. Келли? Извини, ты кого-то ждешь? Да нет, если кто и зайдет, то по делу, а твой визит — приятная неожиданность. Можешь уделить мне минуту? Конечно, если речь идет об отеле. Нет, это личное дело. Можно? Ладно, проходи. Выпьешь что-нибудь? Нет, спасибо. Я понимаю, ты кого-то ждешь, но я тебя не задержу. Ты наблюдательна. Да. Ты в курсе того, что вытворяет твой партнер? Какой партнер? Тоннелл. А кто сказал, что он мой партнер? Роберт, мы можем долго водить друг друга за нос, но лучше прямо перейти к делу. Да, ты действительно Кэпвелл. Ну что ж, я тебя слушаю. Отлично. Давай поговорим откровенно. Что затевает Тоннелл? Поверишь ли, но он даже не сообщает мне, где находится. Скажи, а что конкретно тебя интересует? Конкретно? Зачем он пытается повесить на Джулию убийство Банни Тольятти? Это серьезное обвинение. Да, но оно сфабриковано. Я все истории сам не знаю. Кажется, Джулия Кэпвелл проникла на закрытое собрание и, как бы это выразиться, взяла секретные записи корпорации. Это, по-моему, настоящее преступление. Этого факта я не слышала. Значит, тебе известно не все.
Тогда нам обоим не повезло. Может, займемся своими делами, не будем лезть в чужие. Ты будешь спокойно наблюдать, как ее преследуют. А что прикажешь делать? Ты врываешься сюда и обвиняешь человека, с которым я работаю, и требуешь, чтобы я с ним разобрался. Пока я не узнаю всей правды, я не пошевелюсь. Я сообщу тебе, когда что-то выясню. Уже выдан ордер на арест, Джули. Извини, но это меня не касается. Касается, если твой партнер сфабриковал улики. Ты так старался создать себе репутацию респектабельного человека. Неужели ты готов с ней распрощаться из-за какого-то мерзавца из Вегаса? Мне кажется, это глупо. Это мерзко, Роберт. А ведь ты не такой, как они. Спасибо, Келли. Я рад, что ты хорошего мнения обо мне. Но скажи, как честный человек я должен покрывать воровство? А зачем мне помогать кому-то из Кэпволов? Вы все показали свое отношение ко мне предельно ясно. По-моему, ты чересчур требователен для человека, который захватил нашу компанию. Роберт, забудь, что Джулия носит фамилию Кэпвелл. Она лишь жена моего брата. Она женщина, у нее есть ребенок, и она жутко напугана твоим партнером. Разве это порядочно? Если бы она не полезла в это дело, ее бы никто не трогал. Она поехала в Лас-Вегас, чтобы найти Мейсона. Она так тосковала. Разве можно ее винить? Она выкрала чужие секреты. Возможно. Но она сделала это ради Мейсона. Она не знала, где он. Может, его похитили или даже убили. Это ее не оправдывает. Нет, я понимаю. Но объясняет. Ты не такой, каким хочешь казаться. Я наблюдала за тобой во время передачи дел. По-моему, человеческие ценности тебе не чужды. Что, если бы ты был влюблен, а твоя любимая исчезла? Разве ты не старался бы ее найти? Я не знаю, что бы я стал делать. Но все равно, ты обратилась не по адресу. Я не командую Тоннеллом и не лезу в его дела. Что это значит? Вы же партнеры. Нет, ты не понимаешь. Наши деловые отношения сложнее, чем это можно описать словами. Я не хочу, чтобы они рухнули, из-за кого бы то ни было. Понятно? Понятно. Что понятно? Я ошиблась. Теперь я вижу, что ты подчиненный, а не партнер. Мы можем договориться. Что? Чем терять время, выслушивая весь твой репертуар, давай заключим сделку. Я займусь делом Джулии, если ты займешься управлением моими курортами. А ты? Никаких обещаний, сделаю, что смогу. И скоро? Келли. Ладно, ладно. Тебе звонят, я ухожу, не провожай. Спасибо. Не заблудишься? Нет.